Так, установили мы лаги. Сейчас еще прокрепим уголки. Все отлично. Под ним гидроизоляция сделана. Также здесь на соединении мы обработали все антисептиком. Вот. От жучка, противопожарное. И далее от грибков обработали. И торцы также. Нижняя площадка у нас полностью тоже все проварено. Стоит также гидроизоляция. И привернуто на глухарях. И соединение у нас также. Состыковочная доска. Сороковка. На глухаре прикручена. На 4 штуки соединяющие. Все отлично. Все у нас тут выставлено по лазеру. Сейчас будем выставлять следующий ряд. После этого натянем шнурку. И будем по шнурке выставлять еще 2 лаги. Все, ребят, начинаем работать. Обрабатываем очередную лагу. Выставили ее по лазеру, сейчас будем крепить. Итак, собрали мы лаги, все отлично, обработали их антисептиком. Вот. Эти соединения у нас, которые состыковываются, сшиты доской, сороковкой и стянуто глухарями, десяткой. Сейчас прокрепляем уголки, которые у нас в стене. Вот. И все. Будем укладывать доски. Гидроизоляция везде присутствует. Также закреплена на глухарях. Столбики бура, набивные слои. 89-я труба. Заместки отличных столбиков, отличное решение и долгий срок службы. Разрушений ноль, наклоняться они также не будут, все будет отлично. Толщина стенки 4 мм. Такой вот настил у нас получается черновых полов. Укладывается все четко. Крепить не будем, на данный момент месяцок будут. Они подвяленные доски, так же как и брус. Через месяц, в принципе, их можно будет крепить и уже делать на них либо ОСБ, либо фанера, либо какое-то другое покрытие. На данном этапе укладываем просто на лаговую систему. Все, пускай лежат, высыхают. Все, начинаем дальше укладывать, ложатся ровно, зазор минимальный, качество доски на 4 с плюсом. Итак, второй день работы, мы начали застилать уже пол доской черновой. В принципе, осталось немного, но на сегодня уже устали. Как бы сейчас выдвигаемся домой. Завтра достилаем здесь пол и переходим в другую комнату. Все получается классно. Даем месяц на сушку, проветривание. И потом можно заказчику уже, скажем так, их закреплять конкретно и уже стелить верхнее покрытие.